1000 полувагонов для Укрзалезницы по решению Печерского суда передала главная военная прокуратура. Эти вагоны – арестованное имущество фирмы «Юнисон Групп», которая входит в группу компаний беглого главы налоговой службы Александра Клименко. Главный военный прокурор Анатолий Матиос подсчитал, что за месяц эти вагоны приносили фирме Клименко от 10 до 12 миллионов гривен дохода. А теперь, по решению суда, прибыль от их использования – пойдет в госбюджет. Очікуваний дохід від експлуатації тисячі вагонів, які були куплені на вкрадені в українців гроші, буде складати і приносити дохід в державний бюджет десь близько 150 мільйонів гривень по року.